Особое мнение на 101 FM. 13.07 в Кирове, это программа «Особое мнение», у микрофона Владимир Сметанин, напротив меня и мой собеседник Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы, председатель постоянной комиссии Гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии, безопасности, жизнедеятельности. Денис, добрый день. Добрый день. Напоминаю слушателям, что на сайте kirova.ru есть форма для того, чтобы вы смогли задать вопрос гостю «Особого мнения». Позже вечером на сайте появляется видео-версия нашего общения, аудио, ну и кроме того, расшифровка так называемая, то есть текстовая версия программы тоже будут доступны там на сайте. Давайте начнем с вопроса минувших до выборов в городской парламент. 9 сентября они прошли. Очень интересно читать об этом в версии коммунистов кировских, это как сводки с мест сражения, с каких-то боев читаешь, прям вот что пишет, что есть, вернее, на сайте рекотделения КПРФ. По избирательному округу номер 12 на выборах в Гордуму соревновались капиталы банкира Михаила Ковязина и представителя промышленного предприятия «Витек» Александра Чулкова. А по Первомайскому округу номер 16 в депутаты стремился 22-летний Павел Валенчук, сын местного олигарха Олега Валенчука. Ну и так далее, и так далее. То есть не стесняются коммунисты называть вот такими вещами. Ну, мы, кстати, вам нашли нового человека в комиссию постоянную, которую вы возглавляете, да, по ЖКХ. Ковязин. Михаил Ковязин, он об этом заявил как раз-таки в прошлый четверг в своем особом мнении. Здесь мы с ним общались. Возьмете да. Михаила в комиссию? Да, конечно, да. Нам нужны активные депутаты так. В комиссии. Поэтому вы знакомы с Михаилом? Да, мы уже познакомились. Расскажите, пожалуйста, подробнее, так, чтобы и слушатели понимали. Все-таки человек новый в Гордуме. Я считаю, его округ сделал очень правильный выбор. Филейка, я напоминаю. Да, Филейка — это район от Стахановской, завода «Витек». На мой взгляд, очень переживающий за свой округ человек, очень активный, деятельный, и я думаю, что избиратели точно не пожалеют о том, что они его выбрали. А вас, это мое мнение. Да, вас не смущает, что Михаил, он многократно это повторял, и он-то не стесняется этого, что да, он позиционирует себя как вот уроженец этого микрорайона, он там живет, собирается жить, ему в первую очередь хочется сделать вот именно для Филейки. Это не смущает, что вот он, его интересы сосредоточены только на этом микрорайоне? Нет, вроде почему? Как не областной центр. Филейка — это у нас город Киров, поэтому если каждый депутат в своем округе что-то будет делать, в целом для города будет хорошо. Ну, насколько мы с ним общались, он достаточно хорошо знает свой округ, все проблемные вещи, поэтому я думаю, что он будет полезен. Угу. Какие-то конкретные уже вопросы, темы собираетесь нагрузить на Михаила? Или как у вас в комиссии это происходит? Все коллегиально происходит, коллегиально. Любой депутат может вынести свою какую-то тему, которая волнует там его округ, которая волнует в целом сам город. Поэтому я думаю, что Михаил придет со своим пакетом наказов, со своими проблемами. Поэтому мы постараемся их как-то... в том числе на комиссии решать. Вот одну из тем Михаила затронул в нашей беседе, это реконструкция Театральной площади. У нас городская администрация объявила. Мы не успели дойти до этого вопроса, но Михаил предполагал, что я его задам, и он говорит мне, ну, неинтересна вот эта тема, как выглядит Театральная площадь. И далее в своем особом мнении он произнес, и этой темы касается вопрос, кстати, вам, Денис, заданный на сайте kirova.ru. Марина спрашивает, ваш коллега Ковязин предложил не украшать город к Новому году, а потратить деньги на другие нужды. Вот я сейчас часть вопроса прочитал, другую часть оставлю еще. Вы знаете, вы согласны с Михаилом? Ну, я могу его сейчас, кстати, процитировать, да, если позволите. Говорит Михаил, мол, зачем этим заниматься, если много других проблем, да, и он там сравнивает это все, например, с ситуацией в семье, когда есть кредиты, живут люди от зарплаты до зарплаты, то о каком-то украшательстве речи и не идет. Пусть у нас будет Новый год мрачный, говорит Михаил Николаевич, но при этом будет чисто, светло и дешевая теплая энергия. Вы знаете, тут все как бы отчасти правы, и Михаил, и кто... Марина задает вопрос, да. Кто задал этот вопрос, ну, как-то, вы знаете, вот если люди не будут чувствовать праздника, то, соответственно, и настроение в городе будет мрачное. И еще все хуже будет? Я думаю, что да, то есть будет такая некая апатия. По сравнению с другими городами мы опять куда-то провалимся в какие-то истории, что там, ну, вот везде украшают, везде
праздничная, а у нас, я думаю, что тут в пределах разумного украшать город нужно. А где эти пределы разумного? Это тоже большой вопрос. Для кого-то красочный фейерверк, набешенные 1000 рублей, это уже как бы, ну, приелось. Я думаю, что в пределах разумного, может быть, определить, допустим, какой-то процент, какой-то там от бюджета вот на украшение всех праздников. То есть, ну, не знаю. То есть я, честно говоря, не готов сказать, где это пределы разумного, но считаю, исходя из бюджета, можно как-то определиться, сколько город способен и что ему не в ущерб каким-то другим проектам будет тратить на оформление. Это к Новому году, естественно, то есть это там к 9 мая там, и к Дню города. То есть вот мне кажется, надо определить просто эту сумму в бюджете, исходя из этой суммы, как-то стараться из нее не выходить. То есть я считаю, что этот процент как-то можно высчитать, чтобы это было действительно неущербный год. Насколько я помню, на украшение главной площади города на празднование 2018 года, по-моему, 13 миллионов рублей выделялось. И тогда эту тему еще поднимал Алексей Кузьмин, депутат прошлого созыва, депутат Кировской городской думы. Вы знаете, раньше много что выделялось, да. То есть все эти истории, мне кажется, это вот даже их надо, наверное, не здесь обсуждать, а в правоохранительных органах. У нас выделялась аренда экрана, там какие-то сумасшедшие деньги, то ли 350 тысяч в день. Ну, чуть-чуть подкопить, и свой экран можно купить. Там такая история, буквально 3-4 дня, и можно купить свой экран. А город его использует в год, по-моему, там, по-моему, 9 или 10 раз. Самое крупное торжество, то есть, опять же. Поэтому вот все эти истории, когда там по 13 миллионов, еще какие-то, то есть, ну, я, честно говоря, не понимаю, на что. Ну, не могут столько стоить какие-то подсветки, лампочки, там, снеговики, там, мне кажется, это просто опять какие-то непонятные схемы. Ну, кстати, вы видели, да, новость буквально недавно была. Кировсвет, по-моему, да, взял на себя обязанность в этом году на собственные средства сделать некую иллюминацию на здание правительства Кировской области, не выделять на это деньги из бюджета. У нас есть муниципальное предприятие. Да. Кировсвет, да. И тем самым мы, насколько я понимаю, раньше и в аренду какие-то гирлянды брали, еще что-то. То есть мы на комиссиях это обсуждали. Поэтому я, честно говоря, вообще не понимаю. У нас есть Кировсвет, который можно озадачить. И, то есть, ну, с утра же до вечера они пидяют лампочки и самосветильники. Неужто они нам не организуют? Да, то есть симпатичные, чтобы они это организовали, чтобы это один раз сделать, и чтобы это каждый год где-то там они каким-то праздником это все, снова нам делали. То есть, поэтому я считаю, что есть муниципальное предприятие, надо просто вменить ему в обязанность предусмотреть бюджет и экономить на Новом годе, я считаю, что это не совсем грешно, так уж и говорить. Не совсем правильно. Да, кстати, у нас есть опрос в нашей группе ВКонтакте. Я имею в виду группа «Эхо Кирова». Заходите, как раз вопрос связан, надо или не надо украшать Новый год, а на Новый год наш город. Голосуйте, если есть такая возможность. И вот, да, вторая часть вопроса от Марины. Она сомневается в том, что на сэкономленные деньги можно сделать что-то стоящееся. Ну да, вот мы не потратимся на новогоднее оформление. Ну а, собственно, куда потратить-то это все с толком, чтобы было заметно? Эти 13 миллионов, например, приведенные. 13 миллионов по штабах города, я думаю, что это не действительно незначительная, не слишком заметная сумма. Да, тишеть там полумиллионного города праздника, я думаю, что это не совсем правильно. Хорошо, Денис Ерохин, депутат Кировской городской думы. Подошло время небольшой паузы, мы продолжим через полминуты. Еще про результаты до выборов в Гордуму 9 сентября предлагаю Денису поговорить. Явка, как известно, составила 8% всего лишь.
Ну, не секрет, что многие избирательные участки вообще весь день пустовали. И вот, в частности, исполнительный директор компании «Аужо Финанс» Константин Кропанев, который высказывался в нашем эфире 10 сентября, на следующий день после выборов, он считает, что явка такая говорит о том, что люди в Кирове не понимают, по большому счету, чем занимаются городские депутаты. Далее цитата. «Нет какой-то состязательности, нет какой-то игры. Непонятно, какие люди там работают, непонятно, зачем они пришли, какая у них мотивация». Константин говорит, что у него довольно много знакомых в городской думе, которые говорят, что их кто-то просто попросил прийти в городской парламент, пришли, чтобы реализовывать свои бизнес-интересы и так далее. Это ваш комментарий. Ну, я, конечно, не согласен с этим. С чем конкретно вы не согласны? Не согласен, что люди не знают, чем занимаются. Что люди не знают, чем занимается городская дума, то есть это очевидно, что, мне кажется, большинство знают, не знают, но понимают, чем должна заниматься городская дума. Ну, а то, что у нас явка в 8%, на самом деле, я считаю, что первое, это очень неудачное время для проведения дня голосования. И потому что, ну, сентябрь месяц — это сады, огороды, грибы. И... Ну, как назло, еще сентябрь-то теплым выдался. Да, поэтому я не думаю, что люди готовы выборы променять на это. Я считаю, 8% — это как раз те, которые действительно такие очень политизированные люди, которые не пропускают такие мероприятия, как выборы. Второе, я считаю, что люди действительно уже устали от выборов. У них нет некое доверие, наверное, к выборам в первую очередь. Нет доверия, может быть, к власти, потому что, ну, честно говоря, вот этот процент, который говорит о том, ну, о некой апатии, наверное, населения, что ходим мы уже много лет на выборы с 90-х годов, мы все кого-то выбираем, а, в принципе, у большинства населения жизнь не улучшается, а, допустим, что-то ухудшается, да. Mm-hmm. То есть я имею в виду, тарифы ЖКХ растут, зарплата такими темпами, она не поднимается, бизнес из региона, он, в принципе, разъезжается. Город, ну, 10 лет это вообще была некая стагнация, когда, в принципе, наверное, как раз тогда и люди перестали понимать. Ну вот Константин Кропанев как раз, да, и высказывает мнение о том, что такое холодное такое отношение, это как раз и результат деятельности предыдущих. Я думаю, что да, властей. И задача нынешней власти, и губернатора, и главы администрации, и главы города вернуть доверие кировчан и действительно сделать, ну, если хоть не прорыв, но какие-то изменения, чтобы действительно люди почувствовали благоустроенный город, хорошее озеленение, нормальный там общественный транспорт, который там, скажем, качественный, не чадящий, как у нас там чадящие пазики, да, то есть у всех на слуху. Поэтому я думаю, что получится, не получится, ну, надо просто подождать и посмотреть, что будет там, ну, не знаю, лет, года через два хотя бы, чтобы увидеть действительно, может быть, какие-то результаты. Так может быть или увидеть все-таки? Вы знаете, я считаю, что 10 сейчас, лет... Я думаю, что сейчас многие слушатели сейчас тоже это как некие обещания воспримут, я считаю, предложение еще немножко потерпеть, еще подождать. Потерянного времени, вот именно самое ценное в жизни — это время, которые не возвращаются. И 10 лет, когда все наши соседи развивались, все строились, когда в бюджете было там, ну, такие благоприятные условия для развития, когда было много денег, да, в бюджете, когда там нефть стоила там колоссальные деньги, когда было куча федеральных программ, в которых там можно было участвовать. У нас в это время через МУПы там растаскивали бюджетные деньги, продавали парки и там, и просто-напросто ничего не делалось. Укатывались дороги, потом, которые каждую весну вместе со снегом таяли. Поэтому я понимаю, что сейчас уже трудно что-то там, допустим, людям объяснить, что вы знаете, потерпите еще через там два года, через год будет лучше. Ну, другого варианта нет, надо просто верить и ждать, что
действительно что-то поменяется. Потому что, то, сколько я вижу, и то, что делает там областная власть, и то, что делает городская власть, ну, по крайней мере, старания точно есть. Угу. Насколько эти старания приживутся, то, сколько они, так скажем, будут ощутимы для населения, ну, поживем увидим. А какие старания городской и областной власти вы считаете вот сейчас наиболее... Я считаю, я больше могу, конечно, говорить о городской. О городской, давайте, власти. О городской, да. Мне сразу приходит на ум проект. Киров меняется, уж извините, скажу. Да, то есть, во-первых, давайте начнем с общественного транспорта. То есть, вот полностью поменялось руководство ВТП, и сейчас закупаются новые автобусы. То есть на этих автобусах будут ездить не глава администрации, не глава города, на этих автобусах будут ездить кировчане. Я считаю, что вот сейчас их пока, по-моему, закупается 30, планируется еще там 70. Но сотню нам, да, анонсировали автобусов к концу года этого. Да? Я считаю, что это большой такой прорыв вот именно в нормализации работы общественного транспорта. Это первое. Второе. Мы видим дороги, которые, в принципе, ну, я не знаю, даже самые пессимисты и коммунисты могут, что бы они ни говорили, но дороги за этот год реально стали лучше. Ну, с этим, мне кажется, трудно спорить. Насколько они переживут зиму и что из них будет весной... Ну, зависит от того, какая зима будет еще. Да? Нет, в первую очередь это зависит от качества сделанных дорог и от... так скажем, от качества асфальта. Ну, это надо просто подождать, и там, я думаю, что в апреле, в мае месяце следующего года мы можем что-то на эту тему сказать. Не, я имею в виду погодные условия, тут тоже много значит, потому что если будут постоянные перепады, ноль, минус, то тут... Я не думаю, я думаю, что это сильно влияет, если делать качественные дороги, ноль, минус, мы... Не думаю, что это основная причина. Я считаю, что основная причина была в некачественной асфальтной бетонной спеси, поэтому, на мой взгляд, поэтому она и уходила и таяла вместе со снегом. Так, автобусы, дороги, еще позитивные. Я вижу, как, допустим, остановлена программа приватизации и делаются какие-то изменения. Допустим, вот те помещения, которые еще у города остались, которые предыдущее руководство не успело, видимо, по каким-то причинам продать, они активно сейчас передаются общественным организациям. Все, что связано со спортом, спортивным школам, например, вот на Декрасова передали спортивной школе. Например, на Подгорное помещение передали. Под велошколу. Под велошколу. Угу. То есть при предыдущем руководстве это не делалось. Но эти помещения быстрее всего их бы продали. Можно говорить о строительстве садиков, но я не считаю это заслуга городской власти. Это, конечно, в первую очередь федеральный бюджет, но тем не менее... Такие дороги-то то, что, тоже федеральный бюджет. Федеральный бюджет, но, по крайней мере, надо организовать, надо сделать, надо, то есть, вовремя провести конкурсы. То, что сейчас Кира делает с тротуары, то, что, так скажем, пересматривается деятельность всех МУПов, то, что... администрация города не стесняется обращаться в правоохранительные органы, если увидит какие-то нарушения по тем или иным МУПам. То есть я считаю, вот даже вот это, то, что сделано за год, ну, я считаю, что это, ну, ощутимо. Угу. Ощутимо, и понятно, что это, наверное, не даст сразу каких-то эффектов. То есть там понятно, что у нас очередь в детские садики больше... 2000 больше 2000, да, человек. Не попали. То есть там было 2400, сейчас уже, угу, по-моему, там 2700 из-за миграции как раз из районов. Потому что там, ну, если в Кирове, я уж повторюсь, это говорил неоднократно, есть какая-то жизнь, то в районах, в принципе, из мест работы населения остаются только госорганы. Это, угу, какие-то, может, полиция, там, суды, администрация и прочее.
Поэтому я считаю, что невозможно сделать детские садики в один день, но то, что делаются дороги, то, что вот это именно такое движение есть, ну, я считаю, что это трудно не заметить. Понятно, во всем можно искать какие-то минусы, можно там говорить, что здесь нам федеральный бюджет, здесь еще чего-то, но до этого не было таких прорывов, ну, так скажем, вот, ну, 6 детских садов одновременно у нас не строилось, ну, не знаю, может быть, с советских времен. Вот сейчас, да, они да, сейчас до конца года 6. Они должны, да, вот, быть поэтому введены. То, что касается областной власти, я полностью поддерживаю укрупнение районов, потому что, ну, на мой взгляд, неэффективно держать администрацию в каком-нибудь, не знаю, районе из 100 человек. Вы имеете в виду вот эту тему с переводом в городские округа? С переводом в городские округа и с переводом именно укрупнения. Вот то, что я сейчас понимаю, что есть районная власть, есть там городской округ. Ну, какой городской округ, я не знаю, там в Богородске, например. Там на весь этот городской округ нет ни одного светофора. То есть что признаков городского города нет. Да, признаков города нет. Поэтому, кроме как догрузки на бюджет и зарплат чиновников, мне кажется, это ровным счетом не дает ничего. Вот. Поэтому я считаю, также и сельские поселения, может быть, имеют смысл там, потому что в каждом сельском поселении там 10-15 человек, а что они выполняют, насколько они эффективны, что они помогают жителям этого сельского поселения. Честно говоря, у меня большой вопрос там, насколько мне известно, бюджет это почти только до зарплаты. У этих сельских поселений нет ничего, нет техники, нет, ну, нет ровным счетом ничего. В общем, поэтому, кругом одни вопросы. Поэтому я думаю, что вот именно это укрупнение, то есть это как на предприятии. В первую очередь нужно сокращать неэффективные расходы, которые реально тянут предприятие. Вот и все. В общем, возвращаясь в город, для года существования Гордумы нового созыва и новой руководители, главы города, да, и скоро будет, собственно, год новой команде администрации. В общем, вы считаете это хорошие итоги, то, что мы перечислили, да, и дороги, и тротуары, и общественный транспорт. Я считаю, что и будет, на ваш взгляд, еще чем, собственно, можно. Я думаю, чему можно радоваться. Да, то есть есть вещи, которые находятся в проработке. То есть есть, допустим, сейчас на последнем градостроительном совете, вот в том на числе... На прошлой неделе он был, на да? прошлой неделе, да. То есть там самоостановлена такая история, как главой администрации, как строительство административного здания с парковкой на 7, по-моему. Это на Орловской, да, пример рассматривался. Ну, да. Это же на уровне бреда. То есть мы говорим о пробках, мы говорим, что мы такие, что у нас проблема некуда ставить, и тем не менее мы выдавали на протяжении многих лет такие разрешения на строительство. На 15 сотках можно было строить двухподъездную девятиэтажку. Потом мы жалуемся и говорим, как у нас плохо с парковочными местами. Это должна делать администрация в первую очередь. То есть и когда Шульгину, насколько я понимаю, пытались доказать, что там будет всего там 7 мест, ну, в это очень сложно поверить. То есть будь там любой человек на его месте. Поэтому вот такие истории, которые будут там, они так или иначе, они сегодня эффект, может быть, не дадут, но если это будет на протяжении, там, там, скажем, нескольких лет, вот именно такой вектор задан, то я думаю, что, ну, какие-то плюсы будут однозначно. Денис Ерохин, депутат Кировской гордумы, председатель постоянной комиссии гордумы по транспорту, ЖКХ, экологии, безопасности и жизнедеятельности. Подошло время небольшой рекламы, продолжение через минуту. Вот сейчас я в перерыве задался вопросом. Жизнь у нас как-то тихо, плавно течет. Денис Ерохин меня уверяет, что вторая половина осени может оказаться очень активной. Что вы имеете в виду, Денис? Пусть слушатели тоже знают. Вы, ну, в частности, говорите о том, что дело по Парку Победы, возможно, по вашему мнению, скоро могут появиться уже и конкретные фамилии. Я думаю, что да, потому что вся эта история движется, поэтому я думаю, что мы скоро увидим и услышим истинных героев, кто продал, кто участвовал в воровстве Парка Победы у кировчан.
Ну, это слово за следователем, соответственно, да? Я надеюсь, что они нас порадуют в ближайшее время. Перипетии с ЦДС связанные. Это с чем связываете тоже? Это в одной цепочке у вас стоит вот, с прежними, так сказать, Я считаю, делами. Что да, конечно. То есть это там прошли выемки, и, насколько мне известно, сегодня исследуются все эти материалы, и вот эти все закупки уникальных программ на... миллионы и миллионы рублей. Поэтому я думаю, что тоже начало есть, конец будет. То есть думаю, что тоже чем-то закончится. Напоминаю слушателям, что вы на сайте hakirova.ru можете воспользоваться формой для того, чтобы задать вопрос гостю особого мнения. Все работает. Тут вопрос, насколько я понимаю, поступил по телефону, без имени, к сожалению. Наш слушатель делает замечание по поводу ремонта дорог вам, Денис. Ну да, положительно все это сказывается, а кто будет заделывать ямки на новой дороге? Ямочный ремонт совсем не делают, считает наш слушатель. А что, уже новый, нужен ямочный ремонт, хочу я спросить, на тех дорогах, которые в этом году, в прошлом году? Нет, которые, наверное, это имеется в виду те дороги, которые были в прошлом году, но в каждом контракте на дороге там есть гарантия. Ну да, 4 года. Да, 4 года, да. То есть, поэтому в течение этого гарантийного срока вот те подрядчики, которые производили эти работы, они и должны нести гарантийный срок. На сегодня, кто бы как к этому ни относился, но я считаю, что очень правильно, что подрядчики именно вот на ремонт кировских дорог — это две организации. ВятАвтодор и Гурдормустрой. И они так или иначе несут эту гарантию. Это те организации, которые... Это дебосковские фирмешки, которые там сделали, уехали. Что там будет через год, там, ну, неизвестно. Да? Может, он стоит вместе со снегом и прочее. Это те подрядчики, которые... Здесь уже десятки-десятки лет, и я думаю, что они никуда не денутся, и в этом уверены, и поэтому будет с кого спрашивать. А дальше, если они кого-то привлекают на субподряд, ну, это уже будет их вопрос, их задача кого-то привлечь там к ответственности. Давайте сейчас выйдем за рамки областного центра. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали такую скандальную ситуацию, связанную с двумя районами. Афанасьевский район и Кумёнский. В Кумёнском, как известно, сложил по собственному желанию свои полномочия глава Кумёнского района Александр Рылов. Как сообщил руководитель кировских коммунистов Сергей Павлинович Мамаев, сейчас я найду эту информацию, речь там идет о невозможности управления районом по причине фактического банкротства муниципального образования. Якобы, сообщил Рылов, свои посты готовы покинуть главы еще 5 районов. Ну и, безусловно, Афанасьевский район, господин Чаранев, взят под стражу по обвинению в участии, да, как госслужащий в коммерческой деятельности и в мошенничестве. Вот такие скандалы у нас творятся. Регионе. То, что касается по Афанасьевскому району, в принципе, эта история, я не очень, там, скажем, не особо, никогда не интересовался. Я уж не упоминаю районом. Их партийную принадлежность. Вы ее знаете, я думаю. Нет. Если не ошибаюсь, Единая Россия. Единая Россия. Как говорится, жуликов везде хватает, и в Единой России не исключение. То есть у них он, если посмотреть на секретаря, он тоже там непонятно чем занимался все эти годы. Поэтому то, что это произошло, я думаю, что органам, так скажем, ну, только, так скажем... Пусть работают вообще. Пусть работают, пусть да, и пусть да. И еще, то есть вот выявляет, я думаю, что это единственная история, у нас область большая, больше 40 районов. 39. Поэтому 39, да, у нас. Ну, еще... Ну, плюс еще, да... 4 кировские. Да, муниципальные, другие муниципальные образования. Ну, получается, да. Поэтому я думаю, что история не последняя, как бы разберутся. То, что по Кумёнскому району, ну, честно говоря, высказыванием Сергея Павлиновича я бы... А есть еще какие-то высказывания? Вот, из-за чего? Вот только это. Ну, знаете, что, комментировать это, высказывания... На информационных площадках именно эти слова транслируются. Коммуниста Мамаева я, честно говоря, не готов, потому что, ну, не считаю их объективными и, честно говоря, не уверен, что это именно так. А причины...
сложение полномочий может быть абсолютно разное. Mm-hmm. И я так понимаю, что официального какого-то mm-hmm. его, по какой причине он ушел, mm-hmm. тоже, наверное, нет, да? Поэтому обсуждать высказывания mm-hmm. Мамаева я, честно говоря, не готов. Что касается Чуранева, там, я так понял, тоже такая интересная история. На сегодняшнее число, на 17-й, на понедельник, Афанасьевская дума должна была собраться и рассмотреть отставку по собственному желанию Чуранева. Но правоохранительные органы опередили. И они взяли под стражу. Без него рассмотрят отставку. Да, да. Так что ничего страшного. Давайте тогда вернемся в областной центр. И вот Михаила Ковязина, нового депутата Гордумы, мы вспомнили. Давайте еще одного депутата вспомним. Павел Валенчук. Получается, самый молодой будет городской парламентарий. Ему 22 года. Может быть, у вас есть напутствие, наставление своему молодому коллеге. Свою комиссию возьмете по ЖКХ? Ну, мы берем всех депутатов, кто проявит желание. Это мы не ограничиваем никого. Абсолютно. Ну, а допустим, быть ближе к народу, наверное, одно. Ближе к народу. А у него, кстати, на странице ВКонтакте место работы — Госдума. Ну... У меня тут когнитивный диссонанс возникает. Сразу же. Гордума все-таки или Госдума? Ну, не знаю. В общем, поработаем — увидим. Поработаем — увидим. Поработаем — увидим, да. Алексей Кузьмин, сегодня упомянутый уже нами, считает, что Валенчук-младший, ну, так перефразирую, въехал на имени папы в городской парламент. У вас иное мнение? Вы знаете, или вы не заморачиваетесь, честно, что называется, говоря, над этими мне вещами? Мне неинтересно это, да, вообще, на чем кто имени въехал. Mm. Но выборы состоялись, насколько они там честные, насколько они прозрачные. Ну, 500 с небольшим за Валенчука проголосовало, 700 с небольшим за Ковязина. Ну, вот, вот такая явка. Такая явка, да. Которая решила все, поэтому... Да. Про муниципальные мероприятия, предприятия, вернее, вы сегодня говорили, наводится порядок. Ну, в частности, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с центральным рынком. Да? Шульгин критиковал, глава города Ковалева критиковала, что ничего не меняется. И вот в конце августа там сделан выбор в пользу нового руководителя. Аслан Рзаев, проработавший ранее в Краснодаре, в Питере и в Москве, на руководящих должностях в различных коммерческих организациях. Он пришел на смену прежнему директору центрального рынка Игорю Палкину. Ну, и стоят задачи перед ним, в частности, с которыми не справился Палкин: навести порядок, строго соблюдать санитарные нормы, расширять продукцию и так далее. Положительное для вас явление в вашем понимании смены руководителя, ну, центрального рынка? То, что рынка? Мы видим, то, что происходит на центральном рынке, кто бы там ни пришел, там из Краснодара или откуда-то с другого места, я считаю, что это положительно. То есть, то сколько новое что-то сделать и что-то улучшить, ну, опять же, надо время. А до сколько мне известно, там сейчас проводится именно, так скажем, сверка вот занимаемых мест. И, ну, ревизия. Да, некая ревизия и то, что люди оплачивают. Ну, насколько мне известно, очень много там несовпадений. То есть там по метражам занимаемых в пользу естественно, предпринимателей. Предпринимателей. Поэтому, соответственно, вопрос, все ли там приходило в кассу или что-то, может быть, там не доходило или просто... Там, мы сейчас не говорим про какие-то там коррупционные истории, может быть, просто кто-то невнимательно смотрел, невнимательно считал, и предприниматели этим пользовались. Ну, и, как говорится, поживем, увидим. Но то, что сейчас там, вот, честно говоря, был буквально выходные, ну, вы знаете, как бы картина что? Такая печальная, и, честно говоря... Вот 90-е меня... вспомнились или что? Ну, что-то типа того, да, и, честно говоря, у меня вообще возникает сомнение, вот при такой организации, то, что сейчас там происходит, особенно на улице... Уличную торговлю? Да, уличную торговлю. Вот эти все развалы вопрос, стихийные. Кто туда ходит, потому что, ну, мы же понимаем, что там есть там качественные торговые центры, куда можно прийти, и цены там, я не думаю, что... самое сильно дороже, там наоборот можно какая-то гарантия и прочее есть. Вот, поэтому будем надеяться, что новому руководству удастся что-то изменить. Действительно, я считаю, что в первую очередь уклон на центральном рынке надо сделать именно на продукты питания вот наших фермеров, которые приезжают там из районов, там большие, малые подсобные хозяйства какие-то, чтобы люди именно шли
за этим, за мясом, за фруктами, за именно за тем, что произведено, чтобы у них была возможность продать и для них, может, сделать какие-то там... Причем возможность это была, то есть, такой несложной. Понятно, чтобы да, понятно, в одном что... месте да и проверить да, чтобы... эту продукцию, насколько она соответствует да, там, безопасности, да, и прийти, тут же ее реализовать. Купить, да, тоже, вот именно у каждого там, допустим, есть какие-то предпочтения по продуктам, поэтому я считаю, в первую очередь надо делать уклон на продукты питания, чтобы это было место притяжения для кировчан, именно как ну, сходить купить свежих продуктов, некий такой бренд. Поэтому поживем, увидим, и я очень надеюсь, что удастся изменить вот эту тенденцию вот, какому-то непонятному стихийной торговле. Вот именно в такую лучшую сторону. На этом время нашего общения истекает. Особое мнение, Денис Ерохин, депутат городской думы. Всего доброго, Денис, до свидания. Всего доброго, до свидания. Особое мнение на 101 FM.